Здравствуйте, рады мы. Это вам не рад, тоже здравствуйте. Вот и тут, видимо, есть, короче, 4 моих индюка маленьких и ёршик. Вот им, может, скучать не дают, рады мои. А видео, рады мои, про динозавров. Мне подписчик один написал такое видео, что он смотрел парк юрского периода, и его удивило, что динозавры, рапторы, именно рапторы, между собой переговариваются и могут синхронно нападать, рады мои. Так вот, смотрите, вот тут что происходит. Я нарезку сделал маленькую, тут сделал такой видос. Видите, как вот индюки воруют у ёршика пищу. Ёршик заступается. А давайте включим воображение. Как будто бы это, рады мои, не индюки, а рапторы. Именно динозавры. Ну, согласитесь, видите, но они же похожи на динозавров. Смотрите, так же, видите. На динозавров похоже, смотрите, как наглые. Еще нам говорят, что птицы и динозавры это одни и то же. Ну, типа, одна и та же. А ёршик, типа, древний млекопитающий. Вот представьте, что вот это типа, происходит доисторическое время. Ёршик, представим, что млекопитающая самка, которая охраняет гнездо с тетенышами. Ну, тут как будто ее тут нора или что-то вот такое вот. И тут детеныши сейчас спрятанные. И вот самочка захороняет, как будто детенышей. А эти зверюги, рапторы, рептилии, хотят сожрать детенышей. И вот давайте посмотрите. Смотрите, мозг у млекопитающего раза в два больше, чем у всех их, этих рапторов, четырех вместе взятых. И вот давайте посмотрим. Не дают отдохнуть ёршик. Не дают. Ну ладно, давайте. Вот млекопитающий защищает свою кладку. Вот, ну не кладку, как своих детишек. А теперь смотрите, видите? Один раптор пошел в стороночку. Видите? Смотрите. Думаете, случайно? Второй там идет. Отвлекают, рады мои, отвлекают. У них мозг есть. Видите, ходит. Ёршик отвлекается. В это время подбегают. Не успели. Ладно, смотрим дальше. Смотрите, что творят они. Между собой договорились, рептилоиды, рептилии. Пошли, смотрите, обходить. Смотрите, завлекают. Видишь, завлекают. А те не успели. Так, ждем дальше. Смотрите. Пошли заходить. Отвлекать. А сзади подкрадываются. Нет, не получилось. Не получилось. А эти, видишь, смотрите, видите, отвлекают, здесь идут. Ёршик их не видит. Вот, а те промолчали. Надо было проходить, пока он отвлекается. Видите, специально ходят. Отвлекают. Двое отвлекают, а те, чтобы нападали. На детеныша, блин. Млекопитающего. Смотрите еще. Смотрите, рядышком идут. Смотрите. Видите как? С трех сторон. Обманывают, рады мои, обманывают. Мозг есть у них, хитрость. Смотрите, тактика. Тактика, видите, заманивают его. Видите, отвлекают. А в зале крадутся. Опа, не успели. Всем не дает детеныша в обиду. Молодец. Млекопитающий. О, как хватил, смотри, как хорошо схватил. Вот так, им рептилоидов. Вот так их. А тут смотрите, что произойдет сейчас, смотрите. Все, рады мои, все. Эх ты, млекопитающие. Смотри, все детеныши убили. Эх, рады мои, вот такое вот жестокое были доисторические времена. Ну, если вам понравилось такое вот на реальных событиях, такое вот путешествие в доисторическую эпоху, ставьте нравлики, не нравлики, пишите отзывы. До свидания, родные мои.